Михаила и Екатерины Петерговский бал – событие особое. Ровно год назад на репетиции танцевального вечера молодые люди познакомились. С тех пор они не расстаются и вместе разучивают новые па. Это традиция для меня, для него это интерес, и поэтому мы здесь находимся. Бал сплочает людей, то есть здесь люди смогут раскрыть себя, могут показать свои способности. Традиции петерговских балов не одно столетие. Но в истории фонтанной столицы их возродили всего 7 лет назад. Причем не в кругах знати, а среди простых школьников. С тех пор прийти на бал может любой желающий, от профессионалов бальных танцев до новичков. У него есть свой жанр, который мы изобрели сами. Это бал-компромисс или бал-дивертисмент. Потому что реконструкция балов, она очень распространена и есть везде. А мы попробовали создать такой молодежный именно вариант бала. В этом году в программе петерговского бала уже более 30 танцев. Это не только традиционные вальсы, полонезы и минуэты, но и зажигательные латиноамериканские композиции. Чтобы уверенно чувствовать себя на паркете в этот вечер, участники пропадали на репетициях долгих 3 месяца.